Из книги «Открытым оком» третьего тома, тема «Лапкин книги», вопрос 982. Ваши передачи по радио «Роса» Барнаула 9.20 сопровождает музыкальное оформление. Нельзя ли применять там другую, чисто православную музыку? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот так, нас за стол, а мы и ноги на стол. Да какие бы ни были вензеля на чашке, была бы добрая пища. От меня это нисколько не зависит, но я постараюсь это учесть. У меня очень большая фонотека с хорошей музыкой. Вы напоминаете мне людей, которые сидели перед пророком Елисеем, которые для, в кавычках, разогрева держали штатного гуслиста. Четвертое царство, 3.15. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Лично я совершенно не нуждаюсь в этом сопровождении, считаю себя абсолютно самодостаточным, потому что чистое Слово Божие является одновременно и мечом, и молотом, и трогает струны сердца. Я не нуждаюсь в том, чтобы входить в мистический экстаз и через это добывать в себе вдохновение.